すべてのものが緑に覆われた魔法使いたちが住むという伝説の国。市場には奇妙な品々があふれ、上空には地上を見守るように大小さまざまの浮島、ラピュタが浮遊している。この緑の平和な世界に異変が訪れる。新しいラピュタ、ウカロのハイブレンなのかもしれない。Чё, всем привет! Сегодня будем играть в такую игру, как Иблард. Что это за игра? Вы, возможно, уже слышали это название и вот эти вот, ну, визуальную составляющую. Это потому, что в 2007 году на студии Ghibli выходила короткометражка, сделанная в этой вселенной. То есть спустя 10 лет после выхода данной игры. И эта короткометражка и данная игра, они были сделаны под руководством одного... О, сейчас, секунду. Это мы уже смотрели. И эта игра, уж я говорю, сделана под руководством одного художника, который рисует все эти картины, как, ну, они в стиле импрессионизм, как я понял, я не особо разбираюсь в искусстве, так что поправьте меня, если я не прав. И вот. Все картины, которые он рисует, они сделаны вот в этом его вымышленном мире, который называется Иблард. А это вот такая, так сказать, можно сказать, такая вот, ну, интерактивное искусство, можно его назвать, эту игру. Так это как картина, но в ней можно, как я помню, передвигаться. В игру я сам еще не играл. Так что давайте без промедлений посмотрим, что это за игра такая. Нажимаем New Game. Ну, в общем, узнал он про вымышленный мир из книги. Я так понял, он в него отправился.
куда-то прибываем мы. Так. Начинается геймплей. Вот. Вон, можем мы с этим взаимодействовать как-нибудь? Так-то... Я... Секунду. Я на что-то нажал. Да, я так понял, что эта информация про данную станцию написана тут. Или что-то в этом роде. Что ж, идем дальше. Карта. Давайте возьмем ее. А мы где находимся? Так. Ладно, разберемся по ходу дела. Так, сюда нам нельзя. Что это за штучка такая летает? Проследуем за ней или не будем? Или нам наоборот нужно уворачиваться от нее? Так, ну раз они так двигаются, я так понял, что нам нужно... Нам нельзя докасаться, да, данной штуки, что пойдем дальше. Тут игра вот начинается с такого лабиринта. Ой, что происходит? Что-то мы услышали. Не люблю лабиринты в играх, честно вам признаюсь. Летают какие-то злодеи, как я понял. Нам, наверное, нельзя попадаться им на глаза. Так. Линяем отсюда. Угу. Прячемся. Так, прячемся, прячемся. Ой, потеряли жизни. Что-то мы взяли. Угу. Продолжаем наш путь. Блин, как-то стрёмно даже. Криповый, я бы даже сказал. Мы просто занимаемся эскапизмом, хотели попасть в умышленный крутой мир, красочный. И нас приветствует вот это. Так, мы... Где мы можем быть? Нам сюда нельзя. Я, кажется, понял, где мы находимся. Я все понял. Сейчас прочекаем карту. Так, а ну-ка. Только не сюда. Сейчас карту прочекаем. Смотрите, вниз. Нам нужно вниз и потом направо. Так, а ну-ка. Или сейчас.
здесь. Так, нет, секунду. Вот сюда, вот здесь, если мы пойдем налево. Да, нам сейчас направо нужно. Так, сейчас пропустим эту штуку. И вот сюда. А, нет, это мы назад вернулись. Это мы назад вернулись. Нам не сюда. Значит, поворот не тот. Значит, наверное, вот сюда. Или нет. Да, сложно. Не люблю я лабиринты, я в них теряюсь сразу же. Так, я дико извиняюсь. Вылезла. Не на ту кнопку нажал. Так куда же нам идти? Ладно, давайте попробуем. Вот смотрите. Ой. Урон наносится по нам. Если вот эта штука вот здесь, если она вот здесь, вот мы стоим вот так вот, да? Все верно? Так, это жизнь. Восполнили мы жизнь. Если она вот здесь, мы стоим вот так вот. Тогда нам нужно пройти вот сюда. Сейчас пропустим. Вот сюда, скорее всего. Да, вот. Какая-то лестница, которую мы не видели. Вот сюда. Так. Это мы что сделали? Такая вот красивая картина. Я так понял, что все это картина работника, ну, работника, художника этого. И вот. Теперь мы можем дальше продвигаться. То есть это как мы идем, такая небольшая галерея. Вот уже вторую картину мы увидели у этого художника. Про которую я вам рассказывал, что под его руководством была написана данная игра. Мы там вот что-то открыли, но вот тут еще другой путь есть. Давайте прочекаем, что тут находится. Только сцена. ラピュタの部下って何？
Что-то нам дал этот крот. Бумеранг? Это наше оружие? О-о-о-о. Думаю, вооружены. Это что, экшен-игра, что ли? Я даже не подозревал. Так, туда мы идти не можем. Но все равно красиво. Давайте-ка тогда вернемся к той башне, которую мы передвинули и открыли себе проход. А смотрите. А как посмотреть вверх? Что-то я не могу разобраться. Мы, наверное, должны бумерангом достать вот эту жизнь. Ладно. Потом разберемся. Пока что идем. Пока что идем. Ну, естественно, деревья мы не можем рубить этим бумерангом, наверное. Потом что-то будет, что сможем. Предмет какой-то, с помощью которого сможем. А может и нет. А может и нет. Кто знает. Ну, в принципе, у нас здоровье полное. Опять вот этих штучек таких. Я не думаю, что нам нужно еще. На, получай. На. Так. Смотрите, как далеко летит. Во, проход открыт. Куда же мы пришли? Мы уже данный символ видели. Что он может значить? И как нам перебраться вот туда? А, нет, нас же снесет. Вот не задача-то, а, смотрите. Нас снесло обратно. И как же нам это сделать-то? Так, давайте посмотрим карту. А-а-а, нам, наверное, эту штуку вставить нужно было туда или что-то сделать с ней. Чёрт, а? Что, у нас больше ничего нет? Хорошо. Так, это просто выглядело как дверь вот здесь вот. Как будто секретный проход какой-то. Блин, нам, наверное, надо было завязать тот предмет. Но ничего, сейчас мы сделаем это. Мне нравится кидать бумеранг. Так, 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 идем, идем. Аккуратно.
штучка может нас ранить. Давайте попробуем. Если не выйдет, то я не знаю. Не, не выходит. А что же нам сделать-то надо? Так. Что если мы здесь ее завязаем? Угу. И что? Непонятно, непонятно. Что же нужно сделать-то? Мне кажется, мы видели этот символ на каком-то дереве. Давайте пойдем посмотрим. Мы видели его, когда проходили через эту штуку, наверное, или нет? Я уж толком не помню. Нам явно что-то почему-то... Вот! Вот этот символ. Нам явно нужно посмотреть вверх. Нам явно нужно посмотреть вверх и выстрелить в этот символ с бумеранга, да? Все верно же? Ну как? Я нажимаю... Так, секунду. Мне показалось, или я вниз посмотрел как-то? Так. Мне как-то удалось... Так, сейчас. Ага. Я понял, очень странное управление. Я дико извиняюсь, то, что так долго это у меня времени заняло. Мы нашли ключ. То есть, да. Надо зажать кнопку, вдумайтесь, L2 и треугольник или крестик. Крестик это вниз, треугольник это вверх. Это очень странное управление, конечно. Но что говорить, ранняя 3D игра. Так, сами предметы автоматом не юзаются, поэтому юзаем из инвентаря. С ними происходит. Они еще будут в мост выстраиваться, да? Угу. Походу. Я угадал. Хотя нет, стоп. Не, все верно. Все верно. Все верно, все верно. Садимся, наверное, да? Что нам предлагают сделать? Предъявить билет?
походу. И куда-то мы уехали с этого лабиринта. Что-то не очень хорошее начало. Я бы не хотел оказаться в таком лабиринте, когда я только приехал в волшебную какую-то страну. Если честно. Лес. А теперь мы в лесу. Вот черт. Так, что это? Это регенит нам здоровье, да, должно, по сути? Но у нас просто оно полное. Выглядит просто как такая точка регена. Только не еще один лабиринт, я вас умоляю. Кран какой-то нашли. Карта местности, да? А, то есть тут как по уровням идет, я так понял, да? Я понял. О, раз карта, значит... О, господи. Ну, я очень надеюсь, что это не очередной лабиринт. В сотый раз уже это говоря, терпеть не могу лабиринты в играх. Мы пока можем пойти только прямо. Разветвления нет. А, ну я понял. Это, наверное, можно назвать как этот, знаете. Находишь предмет, куда-то вставляешь. О! Кабан! Чё говорю, короче, это как этот Metroid Resident Evil, да? То есть ты находишь предмет, чтобы дальше куда-то Блять, извиняюсь. Чтобы дальше куда-то продвинуться. Сраный кабан. С таким управлением... Боже. С таким управлением этих кабанов будет достаточно сложно победить. Так. Так, подождите. Жизнь возьмем, а то нас ранили очень сильно. Сработает? Да, сработало. Реально как Resident Evil, да? Только вот... Как нам нужно это повернуть? Никакой подсказочки тут нету. Давайте пойдем посмотрим. Там разветвление такое было. Так, кабан, иди отсюда. Кабаны бегают, блядь, а? Нет, нам остается только решать ту головоломку. Вот что бы вы сделали на моем месте? Что бы сделали вы? Как это должно работать? Есть подсказка, может, где-нибудь на карте? Нет, подсказки нет. Мы угадали? Да ладно. И что нам это дало? Значит, там полилась вода. Давайте вернемся и посмотрим. Может быть, что-то изменилось в этой локации. И мы включили воду.
Черепашка ходит. Так, я не понял. Почему тут все хочет убить меня? Да, вот полилась вода. Что будет, если мы нажмем на этот рычаг? Так, а ну-ка, смирно. Ага. Вода идет. Мы, значит, мы еще... Да и... Мы что-то еще должны сделать. Пойти направо и налево. И посмотреть, что есть там. Просто не знал, что мосты сразу так выдвинуть можно. Ну давайте Да и... Они тоже меня убить хотят, да? Посмотрим. Что у нас есть? О, блин, страшно. Это что за рыбьи головы? Вы чё? Так, восполняем жизни. Нас бьют рыбьи головы. Фух, выбрались. Продвигаемся дальше. Мы еще не были вот здесь. Что может быть вот здесь? И для чего нам нужен этот лунный символ? Это, наверное, может в каждом уровне будет как некий ключ такой. В играх бывает такое. А, хорошо. Вот хорошо, что мы сначала туда пошли. Видите, как, да? Давайте я на всякий случай тоже убью. А, это не убивает все. Он мирный. Я просто уже привык, что меня все убить хочет абсолютно. Так. Исследую. Жизни у нас есть, в принципе. А что у нас тут? Сломанный вагон. Вот этот вот вагончик, который тут ездит. Камень. Так, ну камень нам не сдвинуть, я так понял. Камень мы не настолько сильный, чтобы сдвинуть этот камень. Что, а что мы можем сделать? Можем с тобой поговорить, чувак? А, нет. Это голем. О, нет, леший. Пожалуйста, не дерись. Ломай. Он воды хочет попить, что ли, или что? Спасибо, а... Но... Так, мы не можем применить это сюда?
Наверное, нам нужно пойти в тот вагончик, который мы видели. Но я не понял, зачем мы освободили его, но он нам дал эту штуку. Нам нужно сломать камень. Наверное, сломать его должен он. И зачем мы включили воду? Может, спустимся, посмотрим еще раз? Так, да иди ты в жопу. Нет, я сказал нет. Не. А, я, кажется, понял. Нам нужна была вода, чтобы выросли эти растения и сделали нам мосты. Все, все. До меня дошло. До меня дошло. Все, все нормально. А тут камень, наверное, позже будет сломан. Видели, как он отлетел? Так. Отлетаешь. Угу. Поехали. Эй, а как же камень? Честно, более красочное место такое. Не как депрессивный лес, в котором мы только что были. Так, что у нас тут есть? Ты добрый? Убегает, боится нас. Мы должны, наверное, бежать за ним. Или за ней, не знаю. Что у нас тут? Так, подождите-ка. Я на секунду подумал сейчас, что я застрял. Там карта, но перед тем, как взять карту... нам, наверное, будет, надо будет много раз двигать эту штуку. Давайте возьмем карту. Так, здесь я не знаю, что... Ты чё, охренел? А ну-ка! Только попробую еще раз так сделать. Ты страус или кто-то. Смотрите, какой борзый, а. Так, давайте карту посмотрим. Да, мы вот здесь. Вот сюда. Да. Да. Поехали. Такая чаща тут некая. Угу. Так, ты... А ну-ка, нахуй. Арбуз. Мы не... у них даже стырить его не можем.
здание тут с картиной. Зайти можно вот отсюда. Но пока мы, наверное, не можем этого сделать. Можем сделать зато вот так. А я хочу на картину посмотреть, почему мне не разрешается это сделать. Давайте пойдем посмотрим. Так, отлично, жизни. Да. Блин, очень красиво эта девочка, ее доброе животное, которое атаковало нас с непривычки, наверное, обитают тут такие. Ну да. Давайте пойдем дальше тогда. Это еще одна картина, да? Вот. А, я понял, в чем суть игры заключается. В конце каждого уровня нам нужно билет предоставить вот сюда вот. Я ее видел, где он, но я не знаю. Но я не знаю, как его достать. Там стыд охраняет вот это вот животное. В принципе, мы могли бы подкупить это животное арбузом, который ели вот эти вот существа. Это то, как я думаю, но. Так, а ну-ка, ушли отсюда. И не получается, но. Как же нам этот арбуз, в принципе-то, достать для нее? Или для него, для этого зверька? Я не знаю. Они его хавают, я на него нажал. Но мой персонаж почему-то не захотел брать его. Да ты иди-то отсюда. Вот тут чуть-чуть осталось, не? Так, как бы нам это провернуть? Может быть, мы не нашли какой-то из ходов еще? Да, мы явно не нашли какой-то из ходов, который находится вот там, по-моему. Вот арбуз. Вот арбуз. Но перед тем, как взять арбуз, мы пойдем в этот дом, в котором будет крот, скорее всего. Слоник. Слоник, ты чего? Мы не можем смотреть на слоника. Так. Я вас понял. Нет, мы не можем. Нам надо как-то обойти слоника данного. Отлично, восстанавливаем жизни. Так, а это уже мне не нравится. Нам нужно как-то повернуть данную штуку. Чтобы взять арбуз там, наверное, да? Да. Так, картинка со слоником. Я так понял, тут написана информация про данные его картины, которые он нарисовал. Мне очень нравятся, они очень красивые. Надо будет потом заценить в интернете. Я еще раз повторяюсь, я не фанат искусства, так сказать, я в нем вообще не разбираюсь, я полный чайник, но мне все равно нравится. Так. Метла.
Это что это означает? Что мы с ней должны делать? Мы убрали слоника. Бедняжка. Ага. Я понял, смотрите. В том месте, где эти зверюшки жрали арбуз, нам этим дали понять, что они любят арбуз. И это такой как... Ну этот, подсказка была, что они любят арбуз. И тому зверьку можно дать арбуз. Так, нет, нам не сюда. Чтобы он отошел, так сказать, подкупить его, дать ему понять, что мы его друг, что мы не желаем ему зла. Теперь с арбузом мы можем идти обратно к нему. Сейчас придем. И дадим ему поесть. И заберем наш желанный билет на следующую станцию. Я так понял, он охраняет этот дом. Может быть, это дом его хозяйки, которую мы увидели там. Ну давай, давай, поешь. Поешь. Да. Ты чё, охренел? Ты не хочешь арбуз? Или... Может быть, нам нужно было этим положить арбуз? Его друзьям? Так, сейчас. Нас покалечили. Так, последний раз пробуем. Ты не хочешь? Ну ладно. Я пойду дам твоим друзьям тогда его. А ты сиди тут злой такой. Не хочешь? Не надо. Точно не хочешь? Я уже ухожу. Все, ушел. И сиди без арбуза своего любимого, раз такой вредный. А я да, я друзьям-то ему отдам. Сейчас, смотрите, прибежит стопудово. Не прибежит? Ох ты, гад, а. Че это они не бегут тогда его хавать-то? А, им порезать его надо, наверное, да? Они, наверное, не могут его сами разбить. Хотя как они без меня справлялись тогда? Вот так, да? Так. И что? Как нам это помогло? Да, 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 иди сюда, не бойся. Мне кажется, ли это его голова? Да, 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 идите сюда, ешьте. Или это он пробежал?
Давайте пойдем проверим. Да не туда ты бежишь, не туда, арбуз не здесь. Вот опять прибежал и встал, смотрите, какой вредный, а. Стойте, подождите. Что будет? Как можно сюда прийти еще другим путем? По-моему, никак. Не, его сзади никак не обойти. Что же сделать-то тогда? Ну будут они хавать этот арбуз или нет? Меня бесит это уже. Че я старался-то его им доставал? По-моему, мне нужно уйти отсюда, наверное, и пронаблюдать за ними, нет? Смотрите, давайте попробуем уйти вот в этот дом. Посмотреть, будут ли они есть арбуз или нет. Да, точно. Ешьте, ешьте на здоровье. Ешьте, ешьте, ешьте. А я пойду возьму свой билет. И, наверное, уже из вашего чудного местечка уютного отправлюсь куда-то в следующее. Слушайте, я, если честно, думал то, что будем в каком-то городе. Вот с той женщиной, которую мы увидели в книге этой, ну, в катсцене первой. Но мы пока блуждаем по каким-то неизведанным местам. Каким-то диким местам, я бы даже сказал. Все, следуем дальше. Кстати, насчет луны я сказал неправильно, я думал, тут в каждом уровне будет луна как ключ проходной такой. Но оказывается, тут ключ — это билет на поезд данный. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. Смотри, схавали. А, нет, еще не схавали. Они радуются. Это что такое? Письмо. Это письмо благодарности нам за арбузик? А, или это мы должны кому-то доставить? Я точно не знаю. Давайте посмотрим, что будет дальше, интересно. А, смотрите, тут эти штучки восстанавливаются, отлично. Что мы брали, тут уже я помню. Так, ну чё, едем дальше. Это мы уже в город приехали, да? Или нет? Куда же мы прибыли? Опять лес какой-то, блин. Но музыка очень хорошая, я вам замечу. Проходим через водопад, да? Угу. Что это за домишко такое там на воде? Очень красиво. Да, так.
что... Я не совсем понимаю, куда идти. Нету больше... пути, так сказать. Давайте вернемся. Ничего нету. Нам, наверное, как-то нужно эту штукенцию повернуть, только как? Я сейчас и не видел по дороге ни одной этой. Ну вот этой штуки, которая поворачивает. Вот. Подлянка-то, а? Да, продвигаемся дальше. О! Ух ты! Чёрт! Мы под водой. Камень какой-то. Так, тут здоровье у нас. Только вот мы никак не можем туда попасть. Ну там вот вход вроде есть, проход один. Может мы потом туда попадем? Или смотрите, что будет если, что будет если. Нам надо толкнуть этот камень, да? Какой я сообразительный. Чтобы толкнуть этот камень, проходим через водопадик. Ох, блин, какая красота. Это очень круто. Карта. Что это у нас тут? Ах вы тварюги-то, а? Подлые. А ну-ка! Так, ща убью. Смотрите. Мастерское владение бумерангом. Как Линк прямо. Так. Так, проход открыт. Отлично. Этот камень нам поможет, наверное, сломать те штучки. Да. Есть жизнь-ка, хорошо. Берем метлу. А метла нам нужна для... знать бы для чего. Метла нам нужна для... Наверное, сейчас узнаем для чего. Так, слоник, которого убрали метлой.
Это, наверное, как связано с сюжетом картины, которую он нарисовал со слоном, но я точно не могу быть уверенным. Так. Что это может значить? Дверь закрыта. А, это была карта. Нам эти зверята дали карту мира этого. Я понял. Так, дверь закрыта, дверь закрыта. А что же делать? Ну да. Как дверь-то открыть? А, я понял. Я понял, мы пропустили там одну штуку. Не пропустили, вернее, а... Вот, короче, вот здесь вот не все открыли. Все, отлично. Ключ найден. Продвигаемся дальше. Вот он, ключик. И мы сейчас должны будем попасть в тот домишко, который вы видели, загадочный. Что же нас тут ждет, интересно. Да, вот оттуда мы пришли. Здесь ничего нет. Давайте посмотрим. Так,
Опа, новая картина. Очень красиво, мне нравится. Идем дальше. Так, что это может значить? Они же нам не дали никакого ключа, чтобы мы дальше поехали. Опа. Мы улетаем. На этот раз не на поезде. Круто. И куда же мы прилетаем? Это мы где? Так, интересно. Что это за рычажок такой? Не работает. Работает. Ой, извиняюсь, грибок ядовитый был. Опять что? Идем. Карты у нас пока нету. Так, вот там. Может быть, спустимся вниз и посмотрим, что здесь. Так. Это что такое? Мы что-то нашли. Какой-то, я так понял, один из тех этих, про которые нам рассказывали. Нам рассказывали про какие-то драгоценные камешки. Так, здесь... Можем пойти сюда, а можем вот сюда. Давайте сначала пойдем вот сюда. Посмотрим, что здесь. Так, смотрите. Так. Так, лунный символ. Мы его видели там. Отлично. Взяли лунный символ. Символ. О, картина. Хочу посмотреть. Ой. Так, во-первых, карта. Во-первых. Во-вторых, картина. Блин, красота, грибной мир какой-то. Грибы, вы куда? Так, ладно. Это позже, но сначала мы посмотрим, что в этом доме. Так, здесь мы были.
Вот в этом вот домике что? Я. Так не выйдет. Надо сделать следующим образом. Смотрите. Вот так вот. А что нам это дало? По-моему, мы должны что-то включить, и тут не работает что-то. По-моему, да, но давайте тогда... Так, куда пошли те грибы? Не сюда случаем? Нам нужно что-то включить такое, что заставило бы этот рычаг работать. Так, нет, грибочков тут нет. Они ушли отсюда. Они ушли отсюда. Вот не сюда случаем? Нет, не сюда. А мы вообще откуда? Вот они сюда, наверное, ушли. Мы здесь не были просто еще. Давайте посмотрим. А-а. Это мы отсюда начали. Значит, там был еще один проход. Давайте посмотрим его. Давайте, давайте позырим, что тут у нас. Так, враги! Слушайте, что-то ни один рычаг не работает, а? Что же нам с этим делать? Что же нам с этим делать? Как с этим быть? Ничего, сейчас разберемся. Блин, те грибы... Куда же они... Может быть, они оттуда пришли сюда? И я что-то тут туплю и не могу сделать. Наверное, знаете, наверное, да. Так что давайте... Ой. Так, нет, посмотрите. А, вот тут еще один проход есть. Видите, какой я медленный. А если бы посмотрел карту, все было бы проще. Так стойте, рычаг же не работает. Как нам это проделать? Нам нужно как-то включить тут этот электричество, короче. Я не знаю как. У вас нет идей? Смотрите, по сути, вот этот дом, он напоминает что-то такой... Дом, который... от которого все исходит. Я нажимаю на рычаг, но ничего не происходит.
Постойте, а этот кристалл, он... Я, кажется, понял, что нужно сделать. Я помню, в самом начале уровня была штучка с кристаллом такая. Но он там был зеленый, он там был не розовый. Ну что, попытка не пытка, можем попробовать. Я просто забыл, да, что мы взяли этот кристалл. Ну, я так и знал, блин. То есть он вставляется в эту зеленую штуку. И это означает, что включилось, да? Электричество. Да, и оно уничтожает. Я понял, все, понял. Конечно же. Теперь давайте пойдем похимичим. С данной темой. Там, по-моему, тоже был рычаг, да, вот здесь вот. Что-то долго я соображаю, прям совсем утупил я. И что же нам это дало? Я думал, знаете, я думал, он вырастет. Этот грибок. Ну ладно. Не вырос, так не вырос. Может, нам просто везде нужно свет врубить? Где там еще были-то рычаги? Рычаг еще один был в доме. Туда мы и отправимся, наверное, сейчас. Главное не упасть. Интересно, что мы включили? Я даже ничего не заметил. Ну ладно. Давайте отсюда пойдем. Тут ничего не было. Кажись, нет. Просто мы что-то взяли. Ну ладно. Двигаем дальше. Давайте проверим еще вот здесь. Вот, может, здесь был рычаг? Нет, здесь его не было, но... Ладно, нам остается идти только в одно место. Сейчас мы туда пойдем. Вот то, которое за тем домом было. Так. Прыгаем. Приземляемся удачно и идем. Ой, нас ранило. Ну ладно. Такс. Чё у нас дальше тут? Можем зайти в дом, а можем пойти дальше. Ну, конечно, мы зайдем в дом сперва. Опа. Здравствуйте.
Вот мы и встретились. わかったわ。だったら、ラッタを羽化させれば元の世界に帰れるかもしれないね。ところで、森でブレガラットに会われたんだ。あ、葉っぱだらけの人に会いましたよ。それがブレガラットよ。彼は森の賢者なの。話をすれば何か役立つ情報をくれるかもしれない。でも何を言ってるのかちっとも分からなかったな。 ブレガラットの言葉は私たちみたいな魔法使いじゃないと聞き取れないでしょうね。その地図をちょっと貸して。それに必要な痕跡とラッタの卵のある場所を記しておくわね。はい。あなたの世界から取り戻した請求申請者はノナ君に預けたわ。彼も魔法使いなの。この先の丘の上の家に住んでいる。 Так, какой-то камешек нам дали. Не-не, стопэ, а там, по-моему, еще один какой-то проход был, который я не проверил. И... Ну ладно. Ой, что-то мы сбились с курса. Куда-то в другое место мы полетели. Я думаю, будем лететь к этому городу или что это там слева. О, как, блин, как красиво. Очень красиво. Блин, смотрите на эти задники, я просто... Это просто... Я надеюсь, мы не сможем упасть отсюда. Нет, не будем проверять. Дверь закрыта, да. Что-то такая штучка летает сверху. Так, вот эти штуки... Двигать мы не можем, наверное. Давайте проверим другие дома. О, апгрейд для бумеранга, ура! Говорят нам, что... А как взять-то? О, взяли. Еее! Кристаллический бумеранг. Берем мапу. И что нам интересно дает этот бумеранг? Давайте посмотрим карту. Мы можем делать при помощи него, но не ломать же двери, наверное, да? Это было бы слишком круто. Упс.
А, мы можем взбивать эти штуки, наверное. Так и сдохнуть можно. Нам нужны жизни. Это они пока улетели или... Пока что они улетели. Блин, они нас покромсали. Просто я бы смог их убить, но... Управление тут, конечно, не ахти. Ключик. Ключик взяли. Давайте дальше посмотрим, что тут еще есть. Ключик непонятно от какой башни. Ну, не башни, вернее, а... Ну, вы поняли. ХПшка очень важна. Столь тяжелое время для нашего героя. Закрыто. Давайте вернемся и посмотрим, открылась ли та башня. А вот там интересно, что за этими штуками. Туда мы не можем попасть? Наверное, пока что нет. А, что ж мы... Ключ-то юзать надо. Но он все равно подошел, все нормально. Метла. А зачем она нам? Неужто злой слоник опять заявится? Мы не можем так сделать? Злой слоник должен появиться здесь. Я делаю ставку, что он сейчас появится здесь. Да, вот, слоник. Еле-еле убили слоника. Извини, слоник. Так, это мы куда попали? Блин, красота какая вообще. Как... Прям реально, даже дух захватывает. Книга? Это та, как... В смысле? Это же та, которую мы читали. ああ、君もラフタの部下を手伝ってるの？これが忍者から預かった請求申請書だよ。ところで、どこかで会ったような気がするな。あ、そうか。君、僕に似てるんだよ。
ねえ、この本はどうしたの？僕もこれと同じ本を持ってたんだ。どうして同じものが君の家にもあるんだろう。こんな言い伝えがあるんだ。このイバラードには表と裏の関係にあるもう一つ別の世界があるんだ。僕にそっくりに君といい、2冊の本といい、もしかしたら言い伝えは本当だったのかもしれない。君の世界っていうのはどんなとこなの？こことは大違いさ。ゴミゴミしてて。やっぱりただの伝説なのかな。あ、その本は羽化の参考になると思うから君に預けておくよ。Ключик. О, картина, новая картина. Я хочу посмотреть. Или эту нельзя посмотреть? Это типа место художника, да? Ну ладно, нельзя так нельзя. Так, ладно, пойдем откроем ту дверцу, где лежал ключ, правда, непонятно от чего, я не знаю, где мы его применять будем. Опять наш этот космический корабль. Куда-то мы полетели. Ух ты, как мы продвинулись-то далеко. За раз. Это мы уже где? В городе получается или нет? Красота-то какая. Враги. Черт. Ух ты. Такс, подождите, это книжка, это наш космический корабль. Тут описаны какие-то минералы. Я понял, ладно. Так, а... Это не нажимается. Это карта. А, вот нам показывается, как мы будем перемещаться, да? Или как? Слушайте, а нам, по-моему, нужно, знаете, что сделать? Вот видите, второй уровень, и нам... Или нет, мы тут не были, кстати, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, мы там были, и мы, по-моему, там не собрали какую-то штучку.
Ладно, я думаю... А вот это собрали. Так, сейчас. А как игру сохранить? Я просто уже хочу закругляться. Хм. Подождите-ка, что у нас тут? Ладно, sorry. Такая крутая картина. А что же могли пропустить-то во втором уровне? Подождите. А, вот. Давайте... Сохранились ли мы или нет? Посмотрим. Да, отлично, все сохранилось. Отлично. Ладно, думаю, мы продолжим уже в следующий раз. Такая вот первая часть у нас вышла этого прохождения. Мне игра очень нравится пока что. И ладно, сейчас долетим. Как оценивают, это еще раз посмотрим, чтобы потом с этого же места начать. Только она закончится. Так непрерывно выглядело. И будем с вами прощаться. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Давайте. Пока. До новых встреч.